Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем готовить такой декор для торта, как бисквитный мох, или его еще называют молекулярный бисквит. Его можно использовать для украшения разных тортов, десертов. В общем, этот декор универсальный, готовится все очень быстро и легко. В чашу для взбивания перекладываем яйцо комнатной температуры, всыпаем сахар и добавляем глюкозный сироп. Также его можно заменить и на инвертный сироп или добавить жидкий мед. Теперь все это нам нужно взбить миксером в очень пышную массу. Делаем все точно так же, как и в приготовлении классического бисквита. Затем в яичную массу просеиваем муку с разрыхлителем и аккуратными движениями лопатки перемешиваем до однородности. В результате масса должна остаться вот такой пышной и воздушной. Тесто я поделила на две равные части и в одну часть добавляю немного пищевой гелевый краситель голубого цвета. Вы можете добавить краситель любого цвета, который вам нравится, в соответствии с цветом оформления вашего торта. Итак, нам понадобятся термостойкие пластиковые стаканчики и микроволновая печь. Разливаем тесто по стаканчикам, заполняя приблизительно на 1/3. В итоге получается 6 стаканчиков с готовым тестом. Теперь ставим их в микроволновку на 1 минуту. Мощность микроволновки у меня 1000 ватт. Этого времени вполне достаточно, чтобы бисквиты у нас приготовились. Если микроволновка у вас менее мощная, тогда продлеваем время приготовления еще на 10-15 секунд. Затем достаем наши стаканчики с бисквитами и остужаем на решетке. Когда бисквиты остынут, разрезаем стаканчики ножницами и вынимаем бисквитный мох. Вот такой молекулярный бисквит получается в результате, его можно замораживать, доставать и украшать можно по мере необходимости. Надеюсь, мое видео оказалось полезным для вас и, как всегда, пожелаю вам хорошего настроения, творческих идей и до встречи в новом видео!